Папа. Папа? Папа! Па... Что происходит? Пап, ты заболел? Я не заболел. Меня осенило, озарило. В общем, не мешай, не мешай, не мешай, не мешай. Где твоя орхидея? Дочь, ну не до орхидеи сейчас, не мешай, ну! Ваня в своем репертуаре. Не берет трубки. Ну, ничего не поделаешь, значит, будет сюрприз. J'aime pas les surprises. Réserve un hôtel. Послушай, ну говори по-русски, ты забываешь язык, я тоже вместе с тобой забываю. Ну какой отель? Ну что, я турист? Не знаю, Жанна, или что ты хочешь бегать памятники революции рассматривать? Давай, знаешь что, вот в Москве посмотрим достопримечательности, если хочешь, и через 2 дня поедем домой. Я вообще хочу с дочерью повидаться. Tu appelles Dasha? Я звонила ей на прошлой неделе. Tu es bien au nu. Ton genre. Mon genre et tu, если ты имеешь в виду Ивана. Иван будет неудобно, только много гостей. Мне кажется, он до сих пор, как по-русски, жалюзи. Да он будет в восторге, он будет наслаждаться этой ситуацией. Это что, он же художник, значит, питается эмоциями. А какими, вообще не имеет никакого значения. 25 лет мы с ним в разводе, представляешь? Другой бы уже забыл обо мне, а он нет. Лелеет свою обиду. А знаешь почему? Чтобы картинки лучше получались. Я думаю, ты очень жестокая женщина. Не надо жениться на актрисе. Конечно, не надо. Я тебя предупреждала. Доброе утро. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Хорошо, что ты уже на работе. Зайди ко мне, мне нужно с тобой поговорить. Датчик не сработал. Подвис поплавок. Он в следующий раз мог подвиснуть лет через 100. Это просто случайность. Следить надо было за топливным баком. Вот и все. Хорошо, я переделаю систему оповещения. Установлю дополнительные датчики. Вообще-то я так и собирался сделать. Но вы же меня все время торопили. Быстрее, быстрее. Торопил нас господин губернатор. Ты же знаешь этих бывших комсомольских вожаков. Загорелся? Надо было ковать железо. А то было бы поздно. А вот теперь действительно поздно. Так... Все, он сказал, заказа не будет. Так что твои доработки уже никому не нужны. Сертификации тоже не будет. Так что я решил остановить производство. Не знаешь, кто принес? Не-а. Очередной поклонник, видно. Красивая.
Как жалко. Один уже почти готовый стоит. Я все равно этим займусь. А этот почти готовый я себе заказываю. Найду деньги и доработаю. Так что не останавливайте. Ты что, рехнулся? Вы же знали моего отца. Он бы поступил так же. Ириш, доброе утро. А? Доброе утро, говорю. Доброе утро. Ничего, ничего, папа. Мы прорвемся. Да, это мелочь. Да, мелочь, мелочь. Я понимаю, но из этих мелочей состоит жизнь. Из этих носков, огрызков, мятых бумажек, из этих вечных крошек. Ой. Расслабься, а у тебя из-за этого мигрени. Правильно, у меня от этого мигрени. Даш, я жалею, что вышла замуж. А хочешь, подскажу, как развестись? Нет, пока не надо. Ой, ну почему все так сложно? Сначала отлетаешь в облаках, все хорошо. Объятия, поцелуи, прикосновения. А потом приземляешься, и на земле тебя ждет вот это вот мусор и прочая дрянь. Я понимаю, что всю жизнь в облаках не проживешь. Ну почему? Некоторым удавалось. Да, и кому? Дали и Гала, например. Воображаю, что у них творилось в квартире. Это, кстати, видно по картинам. Вот я помню часы. Да, но это у всех так художников. Вон, ну, папа, посмотри, что в мастерской. Бардак. Даша, Андрей – это воплощение хаоса. С ним ничего невозможно планировать даже на день вперед. Этот ремонт, бедный, никогда не закончу. У него 7 пятниц на неделе, и все из них 13-е. А поговорить? Ты хочешь, чтобы я его начала пилить, и Андрей наконец-то понял, что женат на бензопиле дружба? Спасибо тебе, подруга. Сразу видно, психолог. Полежи 20 минут, станет легче. Но только знаешь что? Одними массажами не отделаешься. Давай-ка, меняй установки. А у меня для вас есть подарок. Курсы танго. Угу. Очень смешно. Отключи голову и просто пойди на эти курсы. Вот правду увидишь. А Саша тебе вообще не понравился? В каком смысле? Ну, просто Андрей говорил, что вы все время ссорились. Вообще-то Саша очень милый. И тебя он считает забавный. Забавный? Здрасте. Здрасте. А Иван Ильич дома? Нет. Проходите. Нам никто не помешает. То есть вы согласны? Да, я согласна, если вам это действительно нужно. Нужно, да. Ну, подумайте, может быть, он влюбится в вас, а вы-то его не любите. Зачем вам это? Ну, понимаете, я хочу семью. Хорошую семью, как у моих родителей. А он идеально подходит. Правда, без любви не женится, я спрашивала. Слушайте, давайте начнем. То есть прямо сейчас? А что тянуть?
ладно. Приступим. Вставайте. Спонтанность, вот что сейчас нужно. Импровизация. Ваши отношения слишком устоялись. Да, сломать то, что есть, трудно, но это придется сделать. Нужна ваша реакция. Так. Бейте по рукам. Нужна некая доля агрессии тоже. Вы должны его удивить. Ну, для этого мне не нужно будет его лупить. На самом деле это было бы оптимально. Шоковый метод самый лучший, но вы пока к такому не готовы. Поэтому нужна тренировка. Ну вот, теперь, когда я захромаю по офису, я точно не останусь незамеченной. И это тоже неплохо. Это заставит его взглянуть на вас по-новому. Не будьте такой безупречной. Минутку. Спонтанность. Переодевайтесь, а я пойду принесу литературу. Даша, давайте на «ты». Здрасте. Ирина. Ну, до завтра, вот. Держите книжки, их надо прочитать. Ирина, Ирина, вы забыли. Слушайте, я не знаю, как вы попали ко мне в офис. Я не... Но это же переходит все границы. И... Что вам от меня нужно? Ничего. У меня такого никогда еще не было. Я просто счастлив. Счастлив вас видеть, а если не видеть, то все равно буду счастлив. Заботливо, храня твою свободу, непосвященных я к тебе не звал. Фиат. Глупости какие. На облаке, незримая земле, в венце из звезд нетленная богиня с задумчивой улыбкой на челе. 57. Все, 60 ровно. Дай сюда. Нажимал. О, Господи. За что мне еще наказание такое на старости лет? Так, говори все, не скрывай. Пока еще лекарства действуют. Что ты еще продал? Мамочка, я больше ничего не продал, не переживай. Это все пустяки. Хоть дом у нас пока еще есть. Огородник из меня никакой. Там все бурьяно доросло. Думаю, когда внуки будут, я буду там сажать малину, крыжовник, клубнику. Ладно, давай поцелую. Ты все правильно сделал. Твой отец тобой бы гордился. Я знаю, мам. Я знаю. Спасибо. Боже мой, Боже мой. Привет. Ух ты. Привет. Первым делом самолеты. Ты сегодня какая-то другая. У меня новый конь. Йоу. А где машина? А, я ее продал. Правда? Да. Хочешь прокатиться? Держи. Зараза.
Так что вот так. Деньги я достал, все есть, можем продолжать. Что, и дачу продал? Да. Ну, Арсений, вдаешь. Весь WhatsApp. Да, характерец тот еще. Но, как любил говорить твой отец, это было бы весело, если бы не было так грустно. Ну, ремонтников мы тебе, конечно, вышли. Вот хоть Андрей поедет. Угу. Но ты учти, что все остальные траты и риски на тебе. Если заказов не будет, я ничем тебе возместить не смогу. Игорь Сергеевич, как это говорится? Кто не рискует, тот... Не пьет шампанского? Именно. Уверяю тебя, пьет. И даже весьма дорогое. Ладно, иди, энтузиаст. Спасибо. Спасибо, Игорь Сергеевич. Удачи. Хорошо, Игорь Сергеевич. Андрюха, ну все, мы договорились? Да. Можете выдвигаться с ребятами. Там на месте сориентируйтесь. До ангара дотянете, а там можете латать. Угу. Нет, я сам не поеду. Буду сидеть с чертежами. Есть кое-какие идеи. Андрюха, помнишь, я тебе говорил про самолет-амфибию? Ну да, про трансформер. Пора воплощать свои мечты. Давай. Ага, до связи. Татьяна! А, я здесь, Люд, я переодеваюсь. А, ну ладно. Ой. Слушай, а ты с Дарьей Романовой общаешься? Конечно. А спроси-ка у нее, у Ивана Ильича нет чего-нибудь новенького? Спустя распоряжение ко дню города. Концерт сделать и еще выставку. Родного города, любимые просторы. Ой, Люд, какие просторы? Мне вообще не до этого. Любимые. Говорю же тебе, выставка художников, воспевающих красоту родного края. В общем, сама почитай. Тут очень все грамотно написано. У них, по-моему, сейчас новый зам. Такой, знаешь, с фантазией парень. Я к чему? Ты там дерни Романова, а? Может, он что-нибудь пришлет? Слушай, так у него ж ничего про родной край нет. Да неважно. Написано же. А также полотна, созданные нашими земляками. Вот. А ты куда это? Я на танцы. Я тебе сейчас напишу его телефон. Там на третьем этаже Линская преподает. Ты сама ему позвони и спроси все, что тебе нужно. Потому что у него вообще-то полгода как кризис, и нового ничего нет, по-моему. Ага, спасибо, позвоню. Угу. А с кем пляшешь-то? С мужем. Добрый вечер. Это я. Ну, он еще на работе. Ладно. Хорошо. Да, читаю. Ножка вперед. Раз, правую подставили. Правую сторону три. Левую подставили. Раз, два. Таня, раз, два, я хотел у тебя спросить. Четыре. Раз, ну? Два, мне там по работе три, надо. Четыре. На несколько месяцев. Сейчас, подожди. Угу. Ириша. Заработался? Да так. Надо там кое-что придумать, переделать. А ты чего так поздно? Читаю. Чего читаешь? Два капитана. Угу. Может, пойдем поужинаем вместе? Хорошо. Я только смс-ку подруге отправлю. Ну, хорошо. Я тебя там подожду. Раз, два, три, четыре. Ну-ка попробуем воспроизвести все вместе. И раз, два. Правую сторону три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре. Очень хорошо. А теперь разбились по парам и попробуем воспроизвести это по парам в музыку. Обои подождут. Все готовы? Поехали.
Ну, ты же не будешь на меня сердиться? Нет. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени. Раз, два, три, четыре. Ножку вытягиваем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше экспресс. Я не понимаю, два, куда ногу? Три, четыре. И бедра. Раз, два, три, четыре. Давай успокойся. Раз, давай успокойся. Два, три, а можете нам показать? Четыре. Хорошо. Еще раз показать. Очень интересно, но не все получается. Смотрите внимательно. Левая ножка вперед. Раз, два. Правая в сторону. Три, четыре. Так, смотри, здесь салаты. Это основные блюда. Это горячие. Я буду салат из рукколы. А, салат из рукколы. А, и все? Да. Хорошо. Тогда я буду... Я буду... А, нет, я буду жареную картошку с котлетой. Ничего себе. Жареную картошку с котлетой, а мне тоже жареную картошку с котлетой. А пить мы будем... Пиво. Ты пьешь пиво? Да. Не знал. И два пива, пожалуйста. Хорошо. Потом мы закажем чай и какой-нибудь десерт. Отлично. Спасибо. Ну надо же. Сегодня день открытий. Я не знал, что ты носишь джинсы, футболку и ешь жареную картошку. Это плохо? Да нет, это замечательно. Просто неожиданно. А ты знаешь, что британские ученые выяснили, что в запах жареной картошки входят три запаха? Ирисок, цветков какао и гладильной доски. Подожди, правда? Да. Слушай, ты расскажи мне, над чем ты сейчас работаешь? Ну, тебе это будет скучно. Нет. Тебе интересно? Да, правда. Ну, как и любой конструктор, я хочу создать свой самолет. Внимание, дамы и господа, наш самолет совершил посадку в этом прекрасном, чудном и красивом месте. Не покидайте своих мест до полной остановки нашего транспортного средства. Ну вот, по-моему, чудесный вечер. По-моему, тоже. Ты замерзла. Ну, так, немного. Держи. Вот так. Ну, ты знаешь, ты не переживай. У тебя все получится. Как там бороться и искать? Найти и больше никогда не терять. Да? Да. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Пока. Найти и никогда не терять. Пока. Вот бутерброды. И кофе. Смотри, будешь закручивать, аккуратно не пролей. Ну что ты со мной как с маленьким? Так. Спасибо, любимая. Ну, там на несколько дней работы, но я постараюсь все побыстрее сделать. Если повезет, еще полетаю. Летай низко. Осторожно. Еще один такой поцелуй, я вообще никуда не уеду. Все.
Я не представляю, как ты отгадала. Он аж дышать перестал. Я хотела ему крем для бритья подарить. Ну, подарки должны быть практичными. Ой, да нет, только не для него. Почему? Он большой мальчик. Да нет же, нет. Это только видимость. Внутри он 6-летний ребенок. По крайней мере, иногда. Ну, хорошо, что внутри. Слушай, а мне картошку... Картошку есть? Ну, да нет, конечно. Ну, это была просто мелочь. Для того, чтобы удивить его. Чтобы он на тебя заново взглянул. А теперь нужно постараться его понять. И разделить с ним то, что ему дорого. Так, все, хватит записывать. Я даю тебе задание. Угу. Нужно подобрать пароль к его компьютеру. Даш, нет. Ну, это нечестно. Ой, Господи, да перестань. Ну, это просто упражнение. Я не прошу тебя читать его переписку. Можешь ему искренне во всем признаться. Ему понравится. Это как игра. Да ты и не угадаешь. Но это много тебе даст. Ты будешь о нем много думать, многое поймешь. Ведь подбирать пароль к компьютеру мужчины — это все равно, что подбирать ключ к его сердцу. Да там цифры какие-нибудь. А я думаю, нет. Даша, я даже не знаю, как тебя благодарить. Слушай, может, возьмешь деньги, а? Все, больше не будем к этому возвращаться. И не забудь про задание. А Иван Ильич сегодня дома? Он пошел осматривать зал. У него же выставка скоро. А, да? Здорово. О, Таня. О, ну ты даешь. Счастливо. До встречи. Ну как? Отпад. Ты должна всегда везде так ходить. Да? Ты знаешь, я вообще на такси приехала. Хотела просто похвастаться. Кофе сваришь? Невероятно. Пойдем. Обалдеть. Ну, в общем, Андрюшенька укатил, а я гуляю. Скучаешь? Осталась я без партнера. Но зато теперь танцую с преподавателем. Я тебе хочу сказать, это высший класс. Кажется, я переборщила с подарком. Как голова? Да ничего, вроде нормально. Тебя помять? Не, не надо. Я размялась, пока танцевала. Ну, знаешь, если серьезно, вот у меня дома сейчас полный порядок, да? Андрей уехал, все идеально, все блестит. Угу. А я себе места не нахожу. Даже представляю, сегодня на кухне себе рассыпала на столе крошек, как будто бы он дома. Ой, любовь, конечно, совершенно рациональная штука. А что это к тебе за красотка приходила? Вроде не похоже, чтобы у нее были проблемы с личной жизнью. Остеохондроз? Эта красотка работает с Сашей Арсеньевым и хочет за него замуж. Вот тогда. А Саша-то в курсе? Ну, вообще должен быть. Она этого не скрывает. Ну, не удивлюсь, если он ни о чем не догадывается. Мужчины это умеют. Значит, ты ей помогаешь? Нет, ну я не понимаю, честно. Но одно дело, если вот женщина стесняется, да, не может раскрыть себя. Как бы у нее комплексы, как у меня. Я понимаю, хорошо, ты можешь ей помочь, но тут-то. Может, она ему не нужна? Ну. Может, он вообще не хочет жениться? Если у нее ничего не шевелится, когда он на нее смотрит. Может, ему нужна другая какая-то женщина? Ну что ты в это вмешиваешься-то? Меня попросили. Кто тебя попросил, она? Он тебя не просил. Ошибаешься. Именно он меня об этом попросил. Все. Хватит этих скучных разговоров. Давай кофе пить. Ничего себе скучный разговор. Ты мне только скажи. В том, что ты делаешь, точно ничего личного? М? Ничего личного. Точно.
Ты думаешь, я настолько прост? Нет. Циолковский. Нет. День авиации. Нет, боже мой, ты что? Да ну нет, я не могу, я не знаю. Не надо угадывать, давай я тебе сам скажу. Хорошая новость? Нет. Просто есть еще одна идея. Какая? От Вин... Да. Та-дам. Как? Дети, мойте руки. Через 5 минут ужинать. Я помешала? Нет. Хотите, я вам помогу? Нет, спасибо. Ну, долго еще? Потерпи. Мне закончить нужно. Муза моя растворилась в тумане. Интересно, муза. То есть я временно выполняю обязанности музы? Угу. Что это там вроде? Да, я хоть причешусь тогда. Мне лицо твое не нужно, тем более он такое кислое. Мне нужно... Мне нужно платье закончить. Ну, покажи хоть что там. Ага. Закончу, посмотришь. Зачем ты выкинул орхидею? Ну, признавайся, кто твоя муза? Дочь, я тебя что, слишком прямолинейно воспитал? Есть такая вещь – личная жизнь. Про нее не спрашивают. Глупости какие. Именно про нее и спрашивают, если она, конечно, есть. Хорошо. Тогда я первый спрошу, скажи, ты почему сегодня ночью на луну выла? Тебе приснилось. Ну, значит, тебе приснилось, что у меня была орхидея. Надоело. Даш, Даш, ну что? Чего ты? Эй. Пап. Дашка. Малыш. Кажется. Ну? Кажется, совершил такую глупость. Такую глупость. Ну? Доброе утро, красавица. Привет. Не составите ли мне компанию? Прокатитесь со мной? Ой, ну, ты бы предупредил, я ведь на каблуках. А я все предусмотрел. Надевай. Ты серьезно? Да. А твои туфельки довезем в коробке. А на работе переобуешься. Слушай, сейчас кто-нибудь Золушка, увидит. Золушка, ваш башмачок. Прошу, транспорт. Вперед! Да. Круто! Я догоню тебя! Саш. Ирочка.
Ты сегодня поздно закончишь? Если честно, мне нужно еще посидеть. А можно я тогда пойду? Хорошо. Я хотела ужин нам приготовить. Я тогда часам к 9 приду. Ладно. Даша Романова. О, Даша! Да! Даша! Забыла. Ты там, главное, не перемудри. Что-нибудь простое. И не забудь про десерт, он ужасно сластёна. Ира! Алло. Так значит, это была ты? Это ты все устроила? А, простите? Не скажу, что я очень счастлив, но все равно спасибо. Было очень весело. Здорово. Круто. Спасибо тебе. Боже мой, что же я натворила? Хотел тебя вернуть. Ты забыл его вчера на работе. Ты же не читал мои смс? Ну, это не в твоем духе. Нет, я не читал твои смс-ки. Я не читал смс-ки, но так получилось, что я все знаю про тебя, про Дашу. Я не понимаю, зачем ты это сделал. Thank you.
там Сашка сидит. Не будем им мешать. Да, ты права. Ну, значит, все хорошо. А что хорошо? Ну, он ее простил. Меня, наверное, нет. Ну, ее простил, слава богу. Все узнал. Как он узнал? Представляешь, он мне позвонил. Это было ужасно. По-хорошему, Тань, меня надо убить. Ну, что ты такое говоришь? Ты же ей помогаешь. Я не понимаю. Гнусная манипуляция. Обман. Если бы мне сказали, что я на такое способна, я бы просто расхохоталась. Какой-то бред. Как будто с ума сошла. А еще психолог. Конечно, он меня теперь ненавидит. И правильно делает. Да ладно тебе. Ну в чем обман-то? Я сделала из нее то, что ему было нужно. Я ей подсказывала каждый шаг. Я заставила его влюбиться. Да? Да. Но ты же сама говорила, что невозможно заставить человека почувствовать что-либо помимо его воли. Ну, это конечно. Так, может быть, он на самом деле в нее влюбился, и ты тут совсем ни при чем? Даш. Значит, все-таки что-то личное. Даш. Ну, я ж просто так сказала. Ну, послушай, ну, перестань, ну. Знаешь что, давай вообще выпьем, раз уж все равно ничего изменить нельзя. Давай выпьем, поплачем и будем жить дальше. Ну, чего на нем свет клином, что ли, сошелся? Ну. Так, держи, держи. Вот пусть они будут счастливы. Конечно, пусть будут. Дайте угадаю. Опять свадьба. Тебе ЗАГС проценты должен платить. Кого осчастливила на этот раз? Да неважно. Приходила тут одна красивая. Ирина Бунина. Шутник. Хорошо, что не меняешься. Привет.